Всем привет! Хотел бы показать одно приложение для оплаты, бесконтактных оплат через NFC. Его как бы не нашел, как правильно им пользоваться, и чтобы понять, облегчить жизнь, если кто-то будет его устанавливать. Вот такой небольшой обзор. Запускаем, получается, вот Беларусьбанк Pay. Вот, тут предлагает включить NFC. Ну, я как бы ничего мне сейчас оплачивать не нужно. Я его включать это не буду. Здесь вот получается, когда при запуске вот показывается карта. Карта создается виртуально для этого приложения. Сама карта, которая, то есть у вас основная идет. Платежная идет совершенно другая. Вот. И здесь получается идут вот последние вот операции. Чтобы использовать карту, вот нажимаете использовать карту. Вот. Ну, да, чтобы показать, сейчас вот включу. Включите NFC. Здесь надо, получается, вот указать Беларусьбанк Pay, как это у меня стоит. Вот. И выбрать здесь вот настройки. Вот. Далее можно посмотреть, вот, к примеру, последние операции. Вот я вот как бы недавно вот это вот начал пользоваться вот этой вот картой. Технологии, так скажем, этим приложением. Вот видите, как-то у меня вот сколько вот получается отменен. И это все создает только бы очередь в магазинах, вот, и недовольство кассиров, так скажем. Чтобы этого не было, посмотрите это видео до конца. Получается, что нужно вам сделать? Нажать вот кнопочку «Использовать карту». Здесь получается, вот введите мобильный пин-код. Мобильный пин-код создается самостоятельно. Придумываете вы какой хотите в инфокиоске при регистрации подключения данной услуги по этой карте. Потом, когда вы ввели мобильный пин-код, у вас появляется 30 секунд, чтобы приложить данный телефон терминалу. После того, как вы приложили телефон, у вас опять появляется 30 секунд, чтобы вы еще раз ввели второй раз мобильный пин-код и еще раз приложили мобильный терминалу для уже, соответственно, оплаты. Вот. И после этого у вас тогда будет произведена ваша оплата по вашей карте. Вот, я этого не знал, что два раза надо пин-код вводить, и поэтому как бы получились всякие нюансы. Вот. Я думаю, видео это будет полезно, кто пользуется вот этим приложением от Беларусьбанка. Вот. Приложение, в принципе, нормальное, но можно было как бы добавить здесь эти места пин-кодов, к примеру, по сканеру отпечатка пальца, там, либо по Face ID, к примеру. Вот, как некоторые камеры сейчас поддерживают. Ну, в принципе, краткий такой вот обзор. Вот, всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на канал. Кто не подписался, еще подписывайтесь и ставьте лайки. Вот, всем спасибо, всем пока.